Рассказывайте, где мы сегодня будем. С Сегодня нами череп, человек в маске. мы находимся в психиатрической больнице для малолетних. Но больше расскажет вот данный человек, который здесь когда-то был. Мы находимся, в общем, в детской больнице, там, где были пациенты в 80-х, 70-х годах, которые психованно-неуравновешены. И, в общем, я здесь был, когда мне было 7-8 лет. Это, в общем, вот это все, это палата. Вот в этих, во всех этих палатах я был. Пойдем по пути будешь показывать, что что-то интересное. В этих, во всех палатах, в общем, я был. То есть вот, вот именно здесь находились палаты, да? Да, здесь были кровати. Вот тут там. Здесь были кровати. Вот тут вообще были кровати. Эта дверь, в общем, закрывалась. Там находилась другая палата. Тоже я в этой был. Ну такое уже слишком ушатное. В общем. Смотри, и шприцы уже как бы эти не стеклянные. То есть еще да, старого образца, но еще не стеклянные. Уже то есть. В общем, вот так. О, тут что-то продавали, чай, кофе. Да, но тут, видать, уже потом, знаешь, как бы что-нибудь после того, как закрыли, потому что закрыли ее уже давно. И вот жестко. Это тоже была палата. Здесь вот так были кровати, вот так стояли. Вот так. Стояли и вот. И по сколько человек? Здесь, наверное, ну, человек 20 находилось. И самое интересное. 20? Двухъярусные? Нет. Здесь кровати были вот такие маленькие, детские, но, в общем... Самое интересное, что здесь одновременно были и парни, и девчонки. Так дети же. Дети, да, детские кровати. А здесь у нас, короче, было вот в этом здесь помещении, у нас это была столовая. Здесь я, когда находилось утро, ну, случалось утро, закрывались все эти палаты. Здесь здоровый стол был. Вот здесь была столовая кухня. Вот здесь была столовая кухня. Вот здесь. Сейчас уже здесь поменяли дверь. Здесь открывалась кормушка. Отсюда подавалась пища. Раздавалось все по столам. В общем, ну сейчас здесь уже все. Ну да. Тут уже. Все. Ну, завалил, обвалил, конечно. Сколько лет сдали. А вот здесь нам делали аминозин. Здесь была, короче, комната. Стояла большая тахта. Нас сюда ложили и нервно уравновешенных кололи по кубу, по полтора в зад. Потом, после чего, 3 дня стоишь, как зомби, пускаешь слюни. И сесть ты не можешь, потому что болит зад. А вот то нам давали таблетки. Тоже аминозин круглый, шарики такие белые, коричневые. После чего тоже были как зомби. В общем, не хотелось уже ни психовать, ничего делать. Тут у нас была ванна. Это была душевая ванна. Душевая ванна. Здесь стояла большая такая раковина, ну, ванна. Это уже после меня сделали, тут я не знаю, что многомойки или что это было. В общем, я здесь купался тоже постоянно. И после того, как покупаешься, сюда в группу выводили нас. И все, с другими психами находишься маленькими. В общем, на 2 эксперимента ставили. Я говорю, кажется, мне одни эксперименты. А вот это было помещение, вот это. Это было помещение женское. Здесь и были женщины тоже. Кровати здесь уже девки были. Я тут к ним тоже зависал, приходил по ночам. И здесь тоже были дети с детдома, с которыми я сюда попадал. Здесь и был бокс. Здесь был бокс. Теперь только его нету что-то. Ну, вот это что за адская машина? Это велосипед какой-то. Ну-ка, Володька. Слушай, Володька, ну, пачкается, ты посмотри, насколько он пыльный.
Да что ты? Потом отряхнем твою задницу. Педали, смотри, какие, как у него скидывался. Сиденье поднимаешь. Еще поехал на квадроцикле. В общем, вот так, да. А тут вот все уже. Вот. Вот так. Ну-ка. Помойка, помойка. Так, вот это вот. У нас туалет. Подожди. Куда ты там бежал? Вот тут у нас был туалет, да, все. Может, не как тогда шли? Ну, коробка отдачила. Все нормально. Здесь у нас был коридор. Здесь был коридор. Это был кабинет, короче, этих главных врачей. Когда нас привозили, у нас забирали здесь всякие вещи. Вот сюда ложили на склад. Вот сюда ложили на склад. Здесь и будет уже шкаф и полки. Забирали все, короче. Даже одежду. Потому что одежду они нам давали. Ихнюю одежду. Положникову? Всех одинаково? Да. У нас было пижамы на второй этап. Пижамы у нас были. Сейчас. Вот. Отсюда вот как раз тоже заводили. Здесь у нас брали. Было здесь сиденье. Стулья здесь садили. Брали у нас кровь. Из вены, из пальца. А, нет, из пальца. Не из вены, из пальца. У нас брали кровь. В общем, а это, короче, был коридор склад, где мы, короче, делали подделки всякие, картоны, пробочки крутили. Блин, жидковато, клетка такая. Ну да, крутили, знаешь, такая не о чем, такой энергии, прикольно. Вот. И вот это все было. Там еще закивали кофе. Склады. Ну-ка, возьми-ка, что это за табличка? Аэромина. Над головой у тебя. Не проходи мимо. Это я в курсе. А что дальше? Аэромедесинон. Да, это... Мюк. Типа, что-то продавали да, тут? Да, они типа то, что вот дети рисовали, вон, видишь, всякие картины, они такие беспонтовые, но по-любому был покупатель, знаешь, какой-то. Может, чисто ради даже того, чтобы как-то пассивно спонсировать, знаешь, это же что, все денег стоит. Здесь аккуратно с вами на пол наступать, потому что он иногда прогибается тут. Ну, аккуратно. И вот здесь вот уже это были классы, где мы занимались. Где мы занимались. Вот. Ну, еще части. Вот что-то горело даже. Вот. Ну-ка. Пяево кескус. Что-то, короче, какие-то... Дневной центр какой-то уже. О, нифига такие старые выдвигашки. Да, я тоже увидел такой, слышишь, шерсткап, такой волосатых времен. Угу. Чисто под таблетовцы какие-то мелочи. Да, да. Так под таблетки он, походу, не был. Я говорю, под таблетовцы. Вот. Под каждой коробкой написывалось имя, номер, короче, и раздавалось. Подожди. Тут, вот. Куда? Смотри, тут. Тут аккуратно. Свободу не иди, да? Тут аккуратно. Вот, это все были классы. Это все. Mm. А вот нас, вот в этой комнате, вот в этой комнате, нас приводили, короче, на дискотеку. Чики танцевать под проигрыватели, короче. Под проигрыватели. И вот тут у нас был общий класс, где мы делали всякие подделки. Здесь была камера врачей, куда нас не спускали категорически. Вот. Нельзя нам было сюда входить. И вот все вот это здесь и было. Американский книг психологии. The American Journal психиатрический. 90-го года, ничего себе. Самое интересное, что большая часть, ну там не помню, а здесь в основном на эстонском языке все. Здесь есть русские где-то тоже. Ну, мы понятно, видим, что русские тоже. Вот тут тоже были. Но самое интересное. Казань, видишь?
смотри, альбомы, смотри, фотографии вообще волосатых времен. Казань брал, Астрахань брал. 1982 год. Угу. Ну, это тоже 82-й. В 82-м где-то как раз я тут и был. Казань брал, а Рязань не брал. Вот этот Бунин какой-то, ну это все уже русский. Угу. О, пишешь книгу, мальчик и девочка. О, Дракула. Ну. У меня, по-моему, была такая книга когда-то. Какая? Такое специфическое место, правда. Маленькая, но потому что тут детское отделение, но тоже. Ну, тут целая библиотека сохранилась. По всем меркам я бы не сказал, что это маленькое здание, понимаешь? Раньше в то время здесь библиотек никаких не было. Нам книги давать не давали вообще. Ну, если там были журналы Таева Кеску, то, возможно, после когда само психиатрическое отделение закрыли, тут что-то другое уже было. Было, да. Потому что книг нам тогда не давали. У нас был там такой режим, что... Да, тем более, в 80-х годах русскоязычные были, а книги в большинстве своем на эстонском языке. Так были русскоязычные и были эстонцы здесь тоже. Mm-hmm. Короче, было смешано здесь. Эстонцы, русские. Drug abuse, clinical and basic aspects. О, ничего себе. Справочник по диагностике и прогнозированию нервных болезней в таблицах и перечнях. Давай, сейчас мы у тебя... Аминозин на какой странице? О, кому ее выдавали. Какой год? Вот я тоже хочу. 96-й. Где тут начинается? Именно... Давай таблицу и, короче, будем диагностировать. 96-й год здесь, значит, еще работало это. Да, где тут твой любимый аминозин? Нету такого. Не, ну по-любому где-то есть, просто надо читать. Блин. Здесь там все где-то вот здесь. Столько пылища всякого. На какой стране? Я знаю, для кого здесь был бы рай. Но. Альмы. А, ну да. Кто-кто? А есть у нас один знакомый. Знакомый один. Вот. Клиническая неврология. А, это уже вниз. Возраста. Слышишь? Что там? Клиническая неврология детского возраста. Вот. Проспит. Прикинь? М? Проспит. Спит снова смертельно опасно. Блин, интересно, в каком году все это закрылось? В такой упадок еще все. Если в 96-м здесь все было открыто, я не знаю в каком. Вон еще неврология детского возраста. Кто? Неврология детского возраста. А, подожди-ка, я знаю, как бы они. Короче, по календарям на это. Да нет, это календарь, это не календарь. 1962 год. Это картина просто. Лучевая терапия, заболевания. Ну где-то к 2000-м, я думаю, здесь все закрылось. Ну, диагностика, лечение, выявление болезни. Вот тут тоже, видишь, склад был, только туда не ходи. Можешь вниз уйти. Я вижу, там все. Это был тоже склад. Сгнило. Нет, мы не ходим. Тут тоже было. Короче, тут занимались этими всякими подделками. Короче, ну, видишь, тут кожа. Угу. Вырезалось, все делалось, походу, ими продавалось. Да, здание, конечно, пипец в аварийном состоянии. Ты где там? Что ты там зачитался? Решил
фотографировать некоторые книги. Mm-hmm. Я бы это даже взял почитать, но потом не понесло обратно, а забирать не хочется. Просто мне интересно, что в то время, знаешь, писали про спид. Ты думаешь, что это другое? Ну, на тот момент она еще не была, знаешь, так, то есть изучен, как на сегодняшний день, поэтому интересно было бы посмотреть. Ну, еще, смотри, какая картины. Тоже рисовали, наверное, я думаю. Ну, а там спрятано лицо прямо. Так как бы не видно практически, а так глаза, рот. А вот Кунсти Туба. А здесь мы уже тоже были. Человек, вон там спрятан, смотри, глаза. А господи, господи. Нету. Нету, нету. Что, календарик можешь? Да какой календарик? Иди сюда. Вот. Хотя бы на стене календарик какие-то. По этим календарям можно год узнать. Смотри, так просто картина, закат, да? Ну. А подойди ближе. А три замут какой. Ха, ничего себе. Прикольно придумал. Я не знаю, конечно, передаст видео или нет, но там... Нет, так... Партит уже проваливается. Че, пойдем, Володь. А, ты уже посмотрел? Да. Угу. Пойдем крутанешь педали на велосипеде. Ну, если ты протрешь его? Ну, блин, чем? Давай, чем протру, пойдем. Блин, вроде как бы снаружи такое маленькое здание. Нет. Что характерно, знаешь, как в отделении взрослых, вот такая же перегородка железная идет. То есть помнишь, когда мы были во взрослых отделениях, там помимо такой перегородки еще и были типа таких клеток, знаешь. Вот тут то же самое. То есть так вот на сегодняшний день можно сказать, что это группа бывает. И, ну, литература, да, вот соответствующая. Так как бы в этом, в институте мозга. Мозга, хотя тоже не скажешь. О, тут вообще что-то такой замут. Это тоже... Из бычков, из сигарет. Ну да. Вон тут, блядь. Ва! Чтобы она не мешала. Да, вот. О. Давай, что-то сарай. Маски. Чистую бумагу нашел. Слушай, я гнал велосипед. Причем долго. Давай. Давай, можешь спеть песню. Ну ты гонишь, слышишь? Мне тяжело, я не представляю. Знаешь, этот маску какой-то в фильме, как же его, пила. Да, да, я хочу сыграть с тобой в одну игру. Да, и мелодию наложить. Можно сказать, что тренировочку на сегодня сделал.